Маломосковская, 22. Сейчас найду. Поехали. Друзья, хватит мучить себя ужасной штатной навигацией. Да она даже разговаривать нормально не умеет. Назовите улицу или скажите «начать ведение к цели». Маломосковская. Назовите улицу, например, Тверская. Как же это неудобно. Ровно одну минуту потребовалось, чтобы ввести элементарно адрес. Друзья, вы убедились, что штатная навигация просто ужасна. Вот поэтому к нам и приезжают клиенты на дооснащение автомобилей мультимедийно-навигационным интерфейсом на базе Android. В данном случае здесь будет стоять Android версии 5.1. У клиента появится возможность устанавливать практически любой навигационный сервис, который ему будет более удобно. Это Яндекс.Навигатор, CityGuide, DoubleGIS, Navitel и любой другой, которым вы привыкли пользоваться. Привет, Алиса. Маломосковская, 22. Сейчас найду. Поехали. Маршрут построен. Помимо хорошей, действительно хорошей навигации, клиент теперь может расширить свою мультимедиа чем? YouTube, онлайн-ТВ, социальные сети, поисковики Яндекс, Google, Mozilla, Opera и любые другие. Play Market предлагает установку более 500 тысяч приложений на любой вкус и цвет. Это BMW X6 2016 года выпуска со штатной мультимедиа NBT EVO. Поверх NBT EVO мы поставили наш интерфейс AirTouch Performance 6 на базе Android 5.1. Весь процесс работы проходил по технологии pin-to-pin, разъем в разъем. То есть штатное оборудование осталось на месте. Мы лишь дооснастили автомобиль нашим крутым оборудованием. Официальная гарантия автомобиля сохранилась. По времени это заняло около 4,5 часов. Друзья, вы тоже замутились со своей штатной навигацией? Вам тоже интересно смотреть YouTube прямо со своего штатного монитора и гораздо больше действий осуществлять в своем автомобиле? Звоните в один из наших установочных центров, приезжайте. Мы очень рады вас видеть. Ждем!